Котятки мои, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Я примчалась в магазин Эль-Сити. Позвонила моя мастер. Парикмахер говорит, срочно ко мне на милирование. Ой, забежала за тоником. Возьму вот этот, наверное, дымчатый розовый. 149. Так, что у нас тут еще есть? Здесь жемчужно-розовый. Ой, нет, возьму-ка я лучше жемчужно-розовый. Тоже по 149. Все, тоник купила. Теперь иду в парикмахерскую. Тут у нас все потемнело. Так, кажется, дождик начинается и гром грохочет. В общем, собралась за 20 минут. Я спала. Она звонит и говорит, ты дома? Я говорю, дома. Она говорит, у меня освободилось место. Срочно, срочно ко мне. В общем, я за 20 минут умылась. Голова, конечно, у меня грязная. Я говорю, Юль, ничего, что голова грязная? Она говорит, наоборот, все, норм. Так что, ой, скоро я уже буду красоткой. Все, педикюр есть. Маникюр есть, теперь еще и волосы промелирую. Такое ощущение, как будто они у меня сиреневым отдают, или мне кажется. Я их ничем вроде не красила. Иду мимо парка, который все еще ремонтирует. Ну вот уже новую брусчатку положили. Что здесь за ягоды раскиданы? А это что такое интересное? Что они здесь задумали? А у нас тут с утра люди спят. Устали, отдыхают. Ну а что, погода располагает к тому, чтобы поспать на улице. И птички поют. Красота-то какая. Вышла я из парикмахерской, 3,5 часа я там была, покрасилась, протонировалась, и вот специально на солнышке присела тут на лавочку показать вам, как сейчас выглядят у меня волосы. Я такое моральное удовлетворение получила, я прям сидела, у меня душа поет, ноги сами в пляс идут. Ой, ну все, я очень довольна, по стоимости это мне обошлось 1700. Я не стала обрезать волосы. Моя мастер сказала, что у меня волосы практически в идеальном состоянии. Я даже кончики не подрезала. И это вот все благодаря постоянному уходу. Очень мне нравится. У меня есть масло-аликаты для волос. И вот после каждого мытья кончики я промазываю, в общем, этим маслом. И у меня, она говорит, вообще практически нет посеченных волос. Поэтому я даже не стала стричься. Вот так вот у меня выглядят корни. Никакой седины. И я помолодела, наверное, лет на 10. Так, ну что, я сейчас хочу зайти в Fix Price. Так, где мои очки? Хочу зайти в Fix Price. Все-таки я не могу успокоиться. Мне нужна эта орхидея, которую я в прошлый раз с сыном видела в магазине. Хочу ее купить. Вот я прям вижу ее на своей кухне. Хочу поставить ее около мойки. Сейчас только единственное, цвет нужно будет выбрать. Надеюсь, их еще не разобрали. И в тот раз я там была, там же столько уже новиночек привезли. Хочу посмотреть, вдруг что-то мне еще нужно. Тем более, сегодня я одна иду без сына. И меня уже не будут бить по рукам, что нет, мама, не бери, тебе это не нужно. Поэтому приглашаю вместе со мной сейчас немного прогуляться по магазину Fix Price. Девочки, стою перед выбором, какую из трех взять. Нравятся всем, они вот на ощупь, прям как настоящие цветочки. Даже вблизи, когда смотришь, непонятно, что это искусственные. 299 рублей. Девчонки, жаба давит, но я куплю. Вот хочу и все, иначе потом я буду постоянно ходить и думать, почему я не купила, почему, поэтому возьму. Ой, давайте возьмем белую. Просто белую и все. Хотя мне это нравится. Такая вот цветная. Но остановлю свой выбор все-таки я на белой орхидее. Покажу по 199 рублей. Вот такие декоративные тарелки. Смотрится очень красиво, презентабельно, я бы даже сказала. Это у нас коллекция Африка. Декоративная тарелка, состав МДФ. Мне нравится. Очень красиво смотрится. По 199 рублей декоративные фигурки попугаев. Есть вот в таком золотом цвете на подставочке. Так, декоративная фигурка. Состав полирезин сталь. Изготовитель Китай.
Есть еще попугай розового цвета. И я нашла еще, здесь есть попугайчик синенького цвета. Вот так вот он смотрится. Вроде бы все аккуратненько выполнено. Симпатично. Но я не знаю, мне точно не надо. Поэтому поставим на место. Это вот вам только покажу, что есть. И попугайчики, вы остаетесь жить в фикс-прайсе. Смотрю, опять заносят коробки. Опять какие-то новиночки будут. Вот такое декоративное панно по 99 рублей. У нас есть все три вида. Состав картон, ламинация дерева. Есть такой вариант. Но это тоже, я думаю, все коллекция Африка. И есть еще один вариант. Сейчас тоже покажу. Вот такое. Если их рассматривать как все три, то смотрится, в общем-то, хорошо. А, у нас еще нет одного варианта. Так, показала. По 99 рублей. Все складываю на место. Нашла постеры, которые я в предыдущем походе в фикс-прайс не могла найти. Посмотрите, какая красота. Очень красиво. Сейчас покажу, какие еще есть. Есть вот с таким листом на черном фоне. Ну, прелесть, прелесть. Так, есть вот такой постер. И что у нас тут еще есть интересного? Это что у нас? Закат в Африке. Есть еще, ой, тоже какая красота. Я еще видела со слоном. Прям большой такой слон. Но у нас такого постера нет. Увидела, привезли декоративные веточки, но уже разных цветов. Они у нас тогда были только в розовом цвете. Сейчас есть вот в таком вот сером. Смотрится, как будто белый запылился. Такие вот розовые и такие темно-сиреневые. По 199 много ковриков привезли. Они подойдут, наверное, и для ванной, и как преддверный коврик. Знаете, похоже, прям вот как раньше были ковры. Так красиво смотрятся. Так, такой рисунок есть. Однотонные. Есть еще в розовом цвете. Ну, правда, красиво смотрятся. И по качеству вроде они неплохие. Так, здесь у нас как на войлок похоже, но это, конечно, не войлок. Давайте состав посмотрим. Фабрика напольных ковровых покрытий, Санкт-Петербург. И состав ПА 100%, основа войлок. Ну, как я и сказала, да, это войлок. И в уходе они будут, мне кажется, хорошо будет все чиститься пылесосом, да и даже просто... Ой, ну-ка, это что за рисунок? Давайте посмотрим. Вот, потемнее. Тоже красивый. Но остальные все, больше никаких других нет. Кстати, вот этот вот мне тоже понравился. Сейчас я вытащу поближе, покажу. Смотрите, красота. Увидела новинки в отделе для кухни. Сейчас постараюсь подойти, потому что все коробочками загружено. Так, сушилка для посуды 99 рублей. Как мне ее вам показать, как она выглядит? Вот, вот так. Сушилка для посуды мини. Кто у нас производитель? Состав, материал полипропилен, изготовитель Москва. Вот, смотрите. В одном цвете у нас эта сушилка. А нет, есть в другом. Вот, посветлее. Это серая какая-то, бежевая и вот коричневатая. Так, сушилки раздвижные опять появились по 99 рублей. У меня такая есть, кстати, удобная вещичка. А это что у нас? Органайзер с перегородками по 77. Ой, посмотрите, какая малюха, хорошенький такой. Сушилочки по 99, если не сказала, вот эти органайзеры. И вот здесь перегородочки по 77. По 249 подставки для ножей китайские. Состав полипропилен. В розовом цвете есть. Есть в темно-сером и бежевом. Так, ой, простите. И есть еще подставки по 249. Вот так они выглядят. Это у нас тоже Китай. В таком сером цвете есть. И
На камере он какой-то непонятный цвет. На самом деле он такой цвет оливки. Они по 249. И вот такие еще подставки опять привезли. По 249 в черном цвете, в бордовом, сером и бирюзовом. Еле протиснулась, увидела крышки. Мне сказали, что они по 249 рублей. У меня такая крышка есть. Я вот вообще хочу дома заменить все. У меня с железным ободком чистить его невозможно. Поэтому я, наверное, сейчас возьму себе одну крышечку, чтобы заменить. Так, это у нас на 26 сантиметров из термостойкого стекла. Очень удобные. Мне бы, наверное, на 24 надо. Это на сколько? На 20 сантиметров. Посмотрим, может, еще есть какая-то. Нет, только на 20 и на 26. А мне надо на 24. Ну ладно, пока без крышки. Девочки, посмотрите, какая красота. Тарелочки из фаянса по 99 рублей. Я хочу себе такую тарелку. Так, тарелка диаметр 20 сантиметров. Фаянс, Китай. Просто прелесть. Ну вот вижу, есть, конечно, недочеты на этой тарелочке. И сейчас весь фикс прайс здесь разнесу в поисках новинок. Смотрите, набор пластиковых мисок. 2 литра, 4, 7 литров. Пищевой пластик. Вот таких вот три мисочки. Так, давайте почитаем, что у нас здесь. Кто изготовитель. А изготовитель у нас Республика Татарстан. И есть еще в таком вот сиреневом цвете. Объемные миски, хорошие. И пластик, знаете, такой плотненький, хороший. Вот кому нужны, пожалуйте в фикс прайс. Котятки мои, я уже дома. Покажу, что я купила в фикс прайс. Взяла кофе Чиба Голд за 55 рублей. Здесь 40 грамм. Это я взяла на работу. Дешевле такого кофе просто нигде нет. В обзорах у девчонок уже давным-давно видела вот такие тряпочки. Это набор из трех штук. Bon Home 30 на 25 сантиметров. 55 рублей. Посмотрела у меня дома. На самом деле уже почти тряпочки все закончились. Думаю, возьму. Тем более девчонки их хвалили. Дальше взяла я себе заварочный чайник. Это Китай. Объем 800 миллилитров. Цена 199 рублей. Так, состав: стекло, полипропилен, нержавеющая сталь. Я до этого тоже брала заварочный чайник именно в фикс прайс. И вот у меня дно потом лопнуло. Но он прослужил мне, наверное, года два. Вот сейчас вот, когда болели, заваривали траву просто в стеклянных банках. Вот так вот он выглядит. В общем, купила. Так, дальше. За 99 рублей взяла альгинатную маску. Зарекалась я, конечно, не покупать фикс прайс какие-то маски альгинатные, но взяла. Альгинатная охлаждающая маска сорбет для лица, пептидный лифтинг, криотерапия. Вместе с вами потом сделаем. Стоит она 99 рублей. Но вот эту маску, почему я взяла? У меня на карточке бонусов накопилось 99 рублей как раз. И вот я взяла эту маску. Скажем так, бесплатно она мне досталась. И, конечно же, то, о чем я мечтала, я купила себе эту орхидею. Кстати, сейчас пока шла по улице, меня остановил мужчина и спрашивает: девушка, где вы купили эту красоту? Я говорю: фикс прайс. Он говорит: она что, не настоящая? Я говорю: нет, она искусственная. Я еще зашла в павильон за молоком, пока рассчитывалась, продавец меня тоже спрашивает: девушка, где вы эту красоту покупали? Я ей тоже объяснила, что это искусственная орхидея. Она даже потрогала ее, говорит: ничего себе, листочки как будто бы настоящие. В общем, я очень рада, что я купила себе эту орхидею. Я ее очень хотела. Скажем так, это маленький такой подарочек себе на будущий день рождения. Говорят, подарки заранее не дарят, но это же я сама себе. Поэтому я довольна. Вот честное слово, я такая радостная. Сегодня у меня прям такой день хороший. Волосы покрасила и купила себе эту орхидейку. Кстати, я позвонила сыну, говорю: сыночка, я иду в фикс прайс. Он говорит: мам, за орхидеей. Я говорю: за орхидеей. Он говорит: ну иди уже, купи, не мучайся. Ну и вот чайничек. Теперь у меня будет чайничек. Буду заваривать листовой чай и вкусные травки всякие разные, полезные. Вот такие, в общем, у меня сегодня были покупочки. Все, мои хорошие, на сегодня уже влог буду заканчивать. Всех обняла, всех целую.
спасибо, что смотрите мой канал, за то, что меня поддерживаете, за то, что пишете, комментируете мои видео, даете советы. Вы у меня самые лучшие. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.